Наши покупки из магазина Action Action. Вот, я купила себе ручки для учебы. Я уже готовлюсь. Ручки, карандаши, корректор, резинки, потому что у меня позаканчивались сюда. Вот. Салфетки влажные. Ну и база. Да, и Гарри Поттер. Я все для дома, все для хозяйства. Пакетики для мусора, фольга для запекания. Вот еще пакеты большие для мусора. Ну и себе. Тоже для нанесения макияжа. Да, вот видите, сколько много приколясиков они купили, а потратили всего лишь где-то 16 евро, да? Ну да. 19. Ну 19 это минус Red Bull. А. Да. На 16 евро, короче, ребята. Классно, экшен, мы очень его любим. За счет того, что у него очень низкие цены. Дешево. И все есть. Да, и качественно, я вам скажу. Хоть и дешево, но качественно. Не все. Что, не да, все. Ну понятно, что не качественно. Да, есть чего выбрать.